Ребят, всем привет! С вами Максим Шубин, и сегодня мы поиграем в Shadow Fight 3. Максим Шубин возвращается в Shadow Fight 3, решил так назвать этот ролик. Потому что у нас всего лишь 12 уровень, и почему бы не пройти нам эту игру полностью. И, ребят, если вы хотите это, то, пожалуйста, поддержите этот ролик лайками. Ну и поделитесь со своими друзьями этим роликом. Также нажмите на колокольчик, кто еще не подписан на мой канал. Я знаю, есть такие люди, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Вот, ну что ж, погнали, давайте уже поиграем, сыграем. И да, нравятся ли вам ролики с вебкой, с хромакеем, либо без хромакея? В общем, пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать. На самом деле это очень важный для меня момент, пожалуйста, отпишитесь. Так, ну что ж, давайте, собственно, начнем с головы, наверное, четвертой. Или все-таки давайте посмотрим, что здесь интересного есть. Мы можем забрать награду. В принципе, все. В принципе, все у нас по наградам, больше их нету. Но здесь у нас что-то еще есть. Бустер-паки вот какие-то есть, типа бесплатный, наверное, бустер-пак. Да, есть у нас бесплатный один бустер-пак. Давайте посмотрим. Я еще, кстати, отключил музычку в этой игре. На самом деле, здесь обычно есть музычка, но я отключил, потому что обычно нас за это банят. Я бы не хотел, чтобы это произошло, поэтому... Вообще, я хотел договориться с Nike, чтобы они разрешили использовать мне музыку, которая присутствует в игре, чтобы было все окей, но... Пока что-то не можем с ними договориться. Ну да ладно. Так, окей. Давайте все-таки уже немножечко покатаем, поиграем. Так, выбей из купца информацию. Ну что ж, нам нужно выбить из купца информацию. И, соответственно, только в бою это можно сделать, так сказать, пытками, боем, все по старинке, все как надо, ребята. В общем, постараемся сделать. Да, друзья, кстати, приходите сегодня на мой стрим на канале Максим Шубин. Ссылка есть в описании. Также подписывайтесь на мой канал Шубин Стрим. Все ссылки, ребят, есть в описании. Погнали. Так, гоу-гоу-гоу. Начали. Матерь божья, ты что такой жесткий-то? Я, короче, очень давно, на самом деле, не играл в Shadow Fight 3 так по-жесткому, прям... По хардкору, поэтому если что, ребят, учите меня в комментариях, как играть в эту игру правильно. Так, пожалуйста, пишите без ошибок, чтобы я понял сразу. Воу, 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 полегче. Воу, 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 полегче. Было хорошо. Это было очень хорошо. Ну что ж, это была победа в первом раунде. Не знаю, что будет дальше, но пока вроде что-то у нас время от времени получается, да? Так что гоу. Так, что у нас здесь? Раунд второй. Купец. Им я еще вроде не был. Кстати, вот мне нравится то, что по сравнению с той же Shadow Fight 2, здесь локация, она движется. Она динамичная. Это круто, на самом деле. Мне это очень нравится. Это прям красиво. Воу-воу-воу. Красиво, хорошо. Вау. Ножками, ножками надо побиться. Нет, ножками что-то не получается у нас побиться. Так, спокойно. Что-то мы делаем с ним, или он с нами, я не знаю. Нет, это он с нами, он у нас выбил оружие. Это плохо, очень плохо. Это прям супер плохо. Это было больно, но вроде не супер травматично. Нет, это было больно уже, это было уже больно, это было уже очень больно. Давай, прыгай, прыгай. Спасибо. Хорошо, ножкой, ножкой, давай, ножкой, ножкой, ножкой. Как настоящий танцор. Будешь настоящим танцором. Не просто плеером. Так. Капут. В общем, мы, ребят, не успели, к сожалению, использовать эту теневую энергию. Я еще помню, как она называется. Теневую энергию, друзья. Ну, ладно. Раунд третий. У нас есть еще шанс. Хотя, тяжеловато будет, тяжеловато будет. Начали. Почему бы нет? Так, спокойно. Небольшие лаги были. Вроде не страшно. Оу, кстати, там вроде PvP появлялось, но почему-то я не застал опять. Опять не получилось мне PvP поиграть. Когда же я смогу поиграть уже в PvP? Я уже хочу поиграть в Shadow Fight Arena, на самом деле. Там как раз таки это и будет чисто PvP. Ох, как же много он у нас забрал. Как же много он у нас забрал. Друзья, мы, к сожалению, проиграли. Это было слабо. Это был слабый бой. И это, соответственно, поражение. Ладно, хорошо, давайте попробуем еще раз. И, в общем, есть у меня кое-какие мысли, как решить вопрос с этим парнем. Помни, что наш единственный шанс найти лидера неуловимых. Все. Я думал, дальше будет какое-то продолжение этого диалога. Ну или не диалога, монолога в данном случае. Выбей. Так, еще раз. Пытаемся выбить из купца
информацию. Надеюсь, у нас это получится. В общем, ребят, верьте мне, ставьте лайки, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. И да, ребят, если вы хотите новые ролики, вообще продолжение, так сказать, битвы, продолжение ролика по Shadow Fight 3, давайте наберем хотя бы 140 лайков, ребята. Гоу. Нормально начинаем вроде. За здравие. Воу. Чётко. Чётенько. А, нет, это уже больно было. Кинь-кинь-кинь. Это типа какие-то гранаты мы кидаем. Это прикольно. Это мне нравится. Гранаты это хорошо. Гранаты это прикольно. Ой, кайф, кайф. Ууу. Выброс энергии. Просто выброс энергии. Все, и мы сразу его уничтожаем. Это было приятно. Побежать вообще всегда приятно. Ну да ладно. Так, здесь-то кто-нибудь появится у нас уже? На самом деле, вот эти вот лаги, фризы, какие-то, ну, вот, по крайней мере, в предзагрузке какой-то, это неприятно. Это неприятно, ребят, пожалуйста, и, знаете, решайте, решайте этот вопрос. Тогда будет еще кайфовее играть в эту игру. И я и раньше выступал еще в Shadow Fight 2, а теперь и в Shadow Fight 3 буду выступать за киберспорт. Ребят, я хочу, чтобы здесь появились киберспортивные турниры по этой игре, я бы сам поучаствовал. Я в том числе хочу и сам провести какой-нибудь турнирчик по Shadow Fight 3, ребят. Так что, кто хочет, так сказать, поучаствовать в этом, пишите в комментариях. Если будет вас много, то мы обязательно организуем, проведем. Все будет красиво, все классно. Не как в прошлый раз по Shadow Fight 2, где, мягко говоря, я плохо организовал. Поэтому было не самым лучшим образом. Хотя все равно провели, все равно вывели победителя. Все, что ли? Не, ну это было уже легко, ребят, 2-0, просто изи катка. Это была изи катка, здесь мы все правильно сделали, все четко провели, все было классно. И это победа, ребят, что нам дают? Я уже забыл, что нам дают за победу. Ну, конечно же, немножко опыта дают, чтобы, типа, ты прокачался на следующий уровень, куда же без этого. Очень мало бабла, как будто бы мне выдали какую-то российскую зарплату обычного рабочего. Ну, то есть... Не хватает на жизни, нужно, придется идти какие-то, наверное, другие еще и способы находить, чтобы добыть денег. Они могут быть не всегда законными. Он говорит на редком диалекте, который я слышала всего пару раз в своей жизни. Разобрала только слова посол легиона. У легиона не бывает послов. Переговоры по традиции ведутся лишь один раз, но до войны доводит только... Времена изменились, Маркус. Из всех легионеров, что я повидала, ты пока единственный, кто относится к словам серьезно. Угу. Окей. А у нас тут уже безумно становится и... И чё-то как-то стрёмно, ребят. Чё-то как-то стрёмно, да. Опять же, мне уверен, что уже написали в комментариях и пишут комментарии по-прежнему. Да, это изи. Я там еще в более жестких, так сказать, ситуациях участвовал, побеждал. Вы молодцы, ребята, вы красавчики, вы охренительно скилловые ребята. Особенно ваш язык прям максимально скилловый. Просто муа, супер. Но, друзья, вот я вам все показываю, как есть. И, собственно, я не супер топ, но, надеюсь, и не супер лох. Хотя, где-то рядом. Все-таки я канал потерял, да? Ну, вроде как снова возвращается на круги своя все. Ну, 1600 приятно, 1600 приятно. Я смотреть бонусную карту не буду, мне не хочется на это время, честно говоря, тратить. Так, отблеск агонии. Я как бы могу эту штуку установить, но это как бы золотой доспех, хотя разница уже большая стала, поэтому я все-таки, наверное, надену. И что-нибудь сюда применим, допустим, переливание пусть будет, и что там еще может быть. Ну, красиво, красиво, ладно. Так, и пусть пинок мула пусть будет, отлично. Так, а вот эти штуки я не знаю даже, вот, типа бомбочки стужи. Хотя вот есть, в принципе, неплохой вариант этого оружия. Я не знаю, может быть это и лучшее оружие, хотя... Короче, давайте другое попробуем, все-таки мне хочется другое попробовать. Может быть оно будет более эффективным в бою. С большей точностью, по крайней мере, бить. Так, здесь что у нас? Здесь у нас также награда дуэли есть. Давайте начнем дуэли, посмотрим, что там у нас. Тут у нас происходит дуэли, поиск противника у нас идет. Versus Supreme God. Угу. Бог Суприма, типа, да? Или Супримный бог? Напишите в комментариях перевод. Так, ладно. Погнали. Че, весь в Суприме, что ли, оделся? Люблю таких бить. О, прикольно, кстати. Это типа ружье какое-то или пистолет, я не знаю, что это такое, но... Ну, немножко
дамага нанесло. Хотя мало. Чувак хороший. Крепкий. А-а-а, больно. Мне больно, не могу. Стой. Что это было? Сота. Красотища. Так, немножко осталось, чтобы его добить. Чуть-чуть. Капелька. Бум, чпоник, и все. И красота, ребят. И лайк ставим. Ух, неплохо. Наказали. Мажорчика, так сказать. Мажорчика наказали. Кто, ребят, любит наказывать мажорчиков? Ставьте лайк. Так, ну что ж, погнали. Полезно. Оу, май гад. Пора наказать парня. Вау, хорошо, вот эта вот серия мне нравится. Просто великолепно. Воу, как боксер какой-то, знаете, даже не боксер, а боксер, который попал в ММА и даже в партере добивают своими чисто боксерскими приемами. Так, хорошо, давай. О, больно. Ножкой поработать. Немножко. Стрельнем. Ай. Ой, хорошо. Я даже, похоже, выбью оружие у него. Но все равно как-то это не особо не помогает. Я даже, может быть, ему помогает. Такое ощущение. Хотя нет, вроде ему не помогает. Стрели немножко. Почему нет? Вау. Все. Изи-катка, ребята. Изи-катка есть. Ну что ж, супремного бога мы наказали, так сказать, мажорчика. Первый пошел. Победа. Кайфец. Ну и серия побед 6. У нас почему-то тут уже высвечивается. Ну окей, хорошо. Так, 420 монеток. Карта какая-то там. Бонусная якобы, да? Окей. На самом деле нам нужно как-то вот главу шестую, вернее четвертую. Главу четвертую? Серьезно? В общем, ее как-то нужно пройти. Вот, но здесь достаточно сложно. И как бы, наверное, надо попытаться прокачать наш арсенал, нашу экипировку. Давайте попробуем это сделать. Я не знаю, получится ли у нас хоть что-то сделать. У нас как бы не супер много ресурсов, но тем не менее, может быть, что-то поможет. Так, предложение, бустер. Так, а если могу, кстати, бустер пак какой-нибудь открыть, да? Нет, я не могу, потому что он стоит, он за кристалл только покупается, да? Окей, понятно. Бесплатный. Бесплатно. Ладно, окей, попробуем просто в экипировку зайти и, может быть, там кто-то накинем, так сказать, какие-то портки, может быть, сможем улучшить. Хотя вот здесь нет, здесь не получится улучшить. А если, может быть, это самое лучшее поставлено. Здесь вот мы можем улучшить, друзья. Здесь мы можем улучшить, кстати. Да, у нас как раз хватает. И я, пожалуй, улучшу. Угу. Ну, нормально, улучшаем. Улучшаем, друзья. Слушайте, я могу еще улучшить. Кайф. Кайф, у нас будет лучше, так сказать. Ну, как сказать, оборонительная, наверное, линия. Или как сказать. Ну, наверное, даже не оборонительная линия, а защита. Именно защита у нас будет лучше. Это тоже очень-очень даже важно. Слушайте, давайте можно еще улучшить. Давайте еще улучшим. У нас будет вообще супер крутая. Супер крутой доспех. Ну, вроде сейчас уже неплохо мы улучшили. Соответственно, уже глава 4 вроде как видится нормальным. Посол, друзья мои, наша последняя встреча была сущим недоразумением, не так ли? Но сейчас все будет по-другому. Схватить их! Всех, кроме легионера. Он точно оказался здесь случайно. Кстати, где-то я его уже видел. Я вижу мундир, который тебе явно велик. В мое время в легионе с такими, как ты, вопрос решался быстро. Ну что ж, сюжет. Предоставишь ли ты нам что-нибудь такое интересное, чтобы можно было потом обсудить даже после ролика в комментариях. Ребята, пишите в комментариях, как вам сюжет Shadow Fight 3. Есть ли какие-то там интересные моменты, я пока не нахожу, честно. Так. Оу. Нет, полегче. Братан, ты же мой братан. Ты же должен мне поддаться, как вот, допустим, Саша Емельяненко... Федор Емельяненко поддался, когда они там по самбо выступали, по-моему, как раз в финале. Так, эй, давай. Нет, стой. А как тебе это? Нет, это не очень помогло, на самом деле, мне. Так себе помогло.
What the hell? Что такое было? Это было больно. Это было просто больно. Ничего себе. А чувак-то жесткий? Чувак-то жесткий нам попался. Оу, прям в башку попал. Прям в башку попал, ребята. И это мне, а не я ему. И, соответственно, я проиграл этот раунд. Обидно как-то. Обидно как-то, друзья, правда. Могло быть и лучше, правда, могло быть и лучше. Окей, дождь пошел, может быть, это хороший знак. Так. Оу. А теперь я. Нет, нет, нет. Не особо как-то получается. Да что ж такое-то? Блин, как бить-то? Не бьет, если. Оу, what the fuck? Это было больно. Он мне пузо проткнул. Блин, что-то не то использую на самом деле. Так, это было хорошо, в принципе. Даже очень неплохо. Черт. Вроде бы нормально, но... Нифига не нормально, жестко. Это было жестко. Это было поражение. Очередной раз. Северный воин нас завалил. Да. Он какой-то... Нифига не северный. Это жесткий воин. Надо было написать жесткий воин. Хрен ты его пройдешь, Макс Шубин. Подожди, пока противник начнет атаку и немедленно контратакует. Это одна из самых эффективных тактик боя. О, спасибо, кстати, Джун, за подсказку. Ох уж эти легионеры севера. Хладнокровие и бескомпромиссность. Хочешь попробовать еще раз? Хочу. 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 Погнали, давай, гол. Ах. Сделаем катку, сделаем контент. Топ-контент, топ-контент. Ребята, вы только этого заслуживаете. Погнали. Shadow Fight 3. Снова бой. Снова бой, ребята. Снова бой. Ни минуты покоя. Ни секунды покоя. Не прожить мне ни дня. Не прожить мне ни дня. Что же это такое? Это бой, это Shadow Fight. Ой. По хребту он мне, по-моему, съездил сейчас. Это было хорошо. Это было... Это было хорошо. Это был потрошитель кишок. Потрошитель кишок. Потрошитель кишок. Делает. Хорошо. Так, ладно, не сюда. Ой, хорошо. Прекрасно. Шайса. Бум. Еее. Победа, ребята, в первом раунде. Вот так вот. Максим Шубин возвращается в Shadow Fight 3. Да, он еще что-то может. Он еще не совсем скатился, как часто пишут. Вот. Так что он еще что-то может. По крайней мере, в Shadow Fight 3. Надеюсь, и на Ютубе тоже что-то сможет еще. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Слушайте, эта тактика боя, она отлично подходит. Она просто подходит под этого соперника конкретного. Я его могу валить. Нет, все, закончилось. Везение какое-то, что ли? Ой, хорошо. Очень даже хорошо. Прекрасно, мне прям нравится, ребят. Мне прям нравится, мне прям начинает это дело все нравиться. Так, стоп. Оу, бросок через бедро. Не по-пацански. Чпоньк. Оу, он тоже выстрелил. Ответочка прилетела. Поехали. Поджарим его зад. Отлично, друзья. Есть, мы справились с северным воином. Со второго раза, правда, но зато 2-0, как бы, зато уверенно. Вот. Но со второго раза. Да. С первого раза. Первый блин, как говорится, всегда у меня кого. Да. Так что, таким вот образом, ребят. Таким вот образом выступаем. О, здесь зарплата побольше. 157. Прям как у менеджера среднего звена. Так, маска. Фигня. Фигня. По большому счету, все фигня. Кроме той энергии, которая помогает нам жить. Говори, где лидер неломимых? Тебе же все известно. Таких, как ты, не дерутся открыто, а строят козни за чужими спинами. А ты мудр. Не по годам. Я погляжу. Нужен лидер неломимых? Так бы сразу и сказали. Он назначил встречу легиону, чтобы предоставить нам универсальное оружие. Взамен просил оставить в покое его деревню.
набор нового Дайна. Хотят праздновать получение нового Дайна специально для вас в магазин «Особое предложение». Ну, давайте посмотрим, ну так, краешком глаз. Ничего себе она стоит. 1099 рублей. Черт. Ну, реклама дешевле стоит. Намного. Да. Ладно, забрать. Угу, хорошо, забрали. Так, окей, окей. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, почему бы не поставить лайк, друзьям рассказать, колокольчик нажать. В общем, если, ребята, набираем хотя бы 140 лайков на этом ролике и больше, естественно, то тогда я делаю новую часть, нового прохождения Shadow Fight 3. Если мы будем активно поддерживать, вы будете активно поддерживать лайками, просмотрами, комментариями эту серию, так сказать, роликов, то почему бы не пройти нам полностью Shadow Fight 3? Ну, конечно же, я очень жду Shadow Fight Arena. Хочется с вами побиться, в том числе, так сказать, онлайн один на один. Это было бы очень интересно и круто. С вами Макс Шубин. Подписывайтесь на все мои другие каналы. Все ссылки, ребята, в описании. Также приходите на мой стрим. Всем удачи, всем пока!